Одна из самых актуальных тем – благоустройство дворовых территорий и городских пространств. В поселке Новый Городок в этом году запланированы комплексные работы. С местными жителями интересующие их вопросы обсудили во время рабочего выезда председатель окружного совета депутатов Мария Тарасова с коллегами по депутатскому корпусу и сотрудники администрации округа. Встретились с активными жителями, которые радеют за свой микрорайон, там, где они проживают. Мы услышали все пожелания. Передадим в службу благоустройства, будем дальше взаимодействовать с сотрудниками администрации. На аллее около 5 и 6 домов запланирована замена асфальта и установка новых скамеек. Обсудили актуальный для жителей вопрос организации зоны отдыха около дома номер 13, а также пространство во дворе дома номер 4. Вопрос – это организация пространства детской площадки, которая уже на протяжении не одного десятка лет здесь находится. Мы еще не получили сеть инженерных по этому участку. Когда нам их отдадут, мы посмотрим, что еще сюда можно вписать, кроме детской площадки, потому что здесь очень много идет пересечений. Не обошли вниманием и работу управляющей компании. Особое внимание уделили уборке и вывозу снега, содержанию дворовых территорий. Представители УК сообщили о том, что наледь будет убрана в ближайшее время. Волнующие вопросы жителей взяты на контроль. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.